смысле фотку без видео? Ну, тебе что надо сделать? Просто это вот добавить. Я просто тебе сейчас сделаю видео, чтобы ты посмотрел. Ну, чтобы это казалось, как будто, знаешь, на фотографии это реально, понял? А, еще, знаешь, бывает такая тема, что, например, вот я стою на месте, а задний фон двигается. Ну, на фотке умеешь такие темы делать? Ну, можно так-то сделать. Ну, давай Вот это попробуем, крутая но тема. тогда да. Вот, и типа и искры летят, и я стою на месте, и задний фон двигается, что-то Дублировать такое. дорожку. А ты это, Сейчас. а ты долго? Это, наверное, минут 10 займет. 10, да? Ну, картинка сама будет. Если видео, то, Оно наверное. прям очень медленно-медленно двигается, да? Ну, глаза твои замечают, что есть движение, но смотрится круто, короче. Ну, я Ну-ка, понял, сейчас смотришь? сделаю. А ну-ка давай, я как раз Я проверю записываю видео. для работы. Я же тебе это на монтаже и бабки буду скидывать. Как раз протестируем тебя. Все, давай, я жду, хорошо? Я отойду тогда минут на 5. Давай, давай. Создаем маску. Вырезаем джамбу. Как видите, тут неровные касательные. Надо сейчас после этого будет после маски инициализировать, чтобы область была более-менее ровненькая. Блин, вот тут непонятно, это серьга в ухе или это прожектор вот такой же, как здесь. Черт его знает. Чтобы видео таскать, надо зажать Ctrl и левой кнопкой мыши. И вот таскается, то есть не видео, а картинка.
Вот, как видим, джамбо обрезанный, но и неровный. Сейчас мы просто нажимаем правую кнопку мыши, выбираем инициализировать касательное. Сейчас тут еще надо исправить. Первый слой вырезали. Блин, а где вырезали? Так, если что, я здесь. Хорошо. Сейчас посмотрим, что там у нас. Нужно поменять сторонами первый видик, где маска вырезанная. Она на первом фоне, вторая будет двигаться фон. Открываем. Просто увеличиваем, уменьшаем, то есть. Так, неправильно. Надо выбрать. Во. А, нет, нет. Наоборот, наоборот. Блин, это тоже что-то не то. Так, это закрываем, открываем джамп, переходим в режим расположения, увеличиваем. Блин, все равно видно. Че видно? А я как бы тебя, двойного тебя сделал на фоне. Может просто фотку сзади сделать, которая движется. В смысле? Ну вот я хотел эту же фотку сделать так, что она движется сзади. И якобы еще искорки там эти летают, которые видео добавил. Ну сделай, сделай, как тебе проще. Ну сейчас попробую сначала так. Так, значит.
вставить видеодорожку, сплошной текст, ой, сплошной цвет. Открываем, сужаем. Открываем. Открываем. И надо будет вырезать маска, галка, квадрат, выбрать сетка. Рисуем квадрат. Ну, попробуем. Открываем задний фон. Ставим ключ сюда. Тоже конечный кадр. Положение вправо. Сдвигаем. Алло. Где, в зоне? Блядь, он в воде, что ли, сдох? Ставим, короче, наше видео, которое сохранилось. Да, да, я его вижу, вижу. Да, подниму, конечно. Ой, блядь, там где-то. Я тут по делу, короче. Так, Ньюман, меня подожди, я пойду своего подниму. Давай. А я этот по делу, короче. Блин, а где я зашел? Короче, мувик снимаем. Ну, Ньюман мне же всегда снимал. Ты что, не видел мой мувик? Посмотри. Блять, найти видео не могу. Вот так вот. Старый еще, это Ньюман мне снимал. Так, где мой вертокрыл? А, вот он. Вертокрылечек, вертокрылечек. А ты чё? По высоку? По востоку? Ну, молодцы, молодцы. Сейчас я гада заберу, знаешь, его. Так. А, вот он. Блять, не фейерверк ведь. Это не фейерверк. Это фон. Я же его еще не сделал. Ладно, пофиг. Так, фейерверк убрать. Удаляем это звуковую дорожку. Да,
работать не надо вставить дорожку. Чтобы она выделилась. Сейчас исправлю. На выходе. Это выровнять пропорции на выходе. Угу. Тут, скорее всего, не получится. Наоборот, на уменьшить это зажимаете Ctrl и ведете назад, это типа сокращает время. А вот этот нам не надо. Ладно, вот смотрите, эффект называется светлее. А это надо сюда. Оп. Так. Так, сейчас посмотрим, другое надо поставить. Осветлить. А, плохо. И тот, и этот. А если экран? Тоже плохо. Так. Вообще фигня. Сейчас. Надо, чтобы фон был черного цвета. Вот как те искры. А то ничего не получится. А тут фон синего цвета. Удаляем нахрен. О, ООНовский логотип. А, это картинка или видео, не помню.
Ломеев. Никит. Никит, Никит, ты здесь? Здорово. А тут Короче, ничего у нас. у тебя сейчас будет миссия очень такая. Очень такая. Надень ребризер, вот это вот все. Сейчас ключи дам, погодь. Возьми отмычки и достань с лодки Макарова. У него там 50 приталанов, бафалтов, пожалуйста. Я те... Честно, обрезать. И что? Сейчас, секунду. Да, мы хотим так. Мы х... Не, а у него лодка разбита. А, ключики создать, чтобы понял? повернуть. Видите, вот это А, мешает. еще возьми запчасти на всякий случай. Ну, лодку починить. Короче, ребризер, отмычки. Был поставить вот эту. Не, она не взорвалась. Он просто урезался камень. Да, только, да, постарайся, не выталкивай. А он за рулем, блядь, и как нам быть? Алло. А, давай, тогда тебя ждем. Вот и отключена Сейчас, обязательно. Никит, сейчас еще этот медик прилетит и вместе поедете. Закрываем смотр. Ну, а ты пока ребризер вот этот херню, отмычки на всякий. Чё за хрень? У онцы, а, у маску онцы. Забыли. Маску. Смотрим. Улично. Чё говоришь? Ланский на краю ВПСДов. Подается. А, нет, я понял. Да, я его отправил туда. Там так, пиздец вообще? Ну, там полиция помощи у меня попросила, и я Ланского отправил. Я тут просто чуть занят. Так, Нюман, чё там? Да делаю, сейчас делаю. Чё тут? Ты ж сказал 10 минут. А сколько прошло? 15. Я, короче, не смог это фон сделать, потому что я же его начал записывать, а еще не прекратил видео, он все еще записывает, как я редактирую. А, ладно, сейчас я я это уже да все забей, готово. Просто, ну, сделай то, что это. Сейчас, сейчас, да, вот все уже готово. Скинешь тогда мне в ВК сейчас, или сейчас. Здесь? Я забыл как, а, визуализировать как на нажать. Вот так всегда сохраняю. MP4. А, надо сохранить. Сохранить как? А то у меня. Фул HD там. То иногда может вылететь при загрузке видео. О, ты знаешь, что я ящик нашел? Какой? Прикинь, смотри, это ящик. Какой ящик-то? Вот, вот. На школе есть ящик, можно вещи прятать.